Вот. А Ну вот. куда делись рептилии-то? Наверное, туда же, куда и все. Вот. Ну, Смотри, да. рептилии, спруты, откуда они? Где они сейчас? Я вижу, как кратер вулкана, в котором все закручено и бурлит. И вот эти вот энергии, как выжарка какая-то идет. Вот как у меня картина такая. Ну вот репты, сейчас кто-то их видит, ты сейчас их видишь где-то. Тех, которые были здесь, я не вижу. Куда делись? Ну все, они туда и слились, вот в этот кратер. Они были сами по себе. Я вижу, еще есть, но они как наблюдатели. Нет, И это они в как нашей вселенной. во Вселенной, да. В нашей вселенной, да? Да, но Где? вне этого, вне этой планеты. Я вижу, они как со стороны наблюдают с Это какого-то в пространства. Торе, либо в нашей вселенной. Хорошо, давай попробуем, чтобы тебя порядок навести немножко. Вот, матка, этот муравейник, откуда он? У меня идет вот как две стороны одной медали, вот как разделение идет на два. И вот идет как все вот эти вот, ну вот паразитарные, деструктивные, низковибрационные, ну хотя они могут быть и высоковибрационными, там некоторые структуры, они идут вот от этой темной стороны, ну темная сторона в плане своих, да, намерений там. Она идет как вторжение вот во Вселенную. А Вижу. откуда, если это получается в нашу вселенную, то откуда может Да. вторгаться? Внешнее воздействие произошло на нашу Получается, Вселенную. есть другие вселенные? Да. Смотри, сколько их, какие. Загрузилась. Нет, я просто вот смотрю, я их как-то так интересно вижу, как такой вот один источник я вижу, и идет энергия. И она в несколько, ну, как это сказать, вот, как в несколько емкостей вливается. И вот эти вот емкости,
Это и есть вселенные. Так, и смотри, вот этот вот источник, ты прям показала форму. Какой формы вот эта вот совокупность вселенных? Шар. Или... Ну да, шар. Что там происходит? Как там идут энергии? Закручено. Как? Против часовой стрелки. Неважно, смотря откуда смотреть. Снизу по часовой. Я называю это Тор, бублик. Бублик. Яблоко из центра в краю. Вверх, а потом по краю вниз и Ну, если сверху смотреть, то да, бублик. сбоку. Да, сверху бублик, да. А со стороны вот шар. Да, совершенно верно. И мы, наша Вселенная, условно, где? Вверху, внизу, в центре, с краю. Нет, она не с краю. Если разложить в ряд их, вытянуть, то получается третья. Откуда третья? Третья слева. Ну ты не от Солнца смотришь планету, ты же Вселенной смотришь. А Вселенной Да. сколько всего-то? Я вижу 7. Что их объединяет? Энергия, которая в них входит для, которая их создает. А другая вид энергии, другие вселенные есть? Хорошо, пойдем иначе. Вселенная, из которой к нам пришла. Я называю эту тварь, вот эта матка. Вот, опиши ее. Они пользуются общей энергией, но создают паразитарное сознание. А вселенная-то она... Это паразитарная вселенная, либо вот предыдущая вселенная, в которой... Как сказать-то? Ну вот откуда она пришла, вот эта вселенная, посмотри. Какие там свойства? Просочилась сюда. Она получается в этой паразитарной вселенной. Я вижу, что не есть не все паразиты, но паразитов, конечно, больше. Ну, подавляющее такое большинство паразитарного сознания. Вот. И она как раз создавала и создает то, что она создает. Чтобы вообще воинственно настроена.
Она воинственно настроена на все вселенные, хотела бы замахнуться, как я это вижу, но понимает, что она не сможет это сделать, и поэтому так потихоньку через такое вот внедрение хитрое, можно сказать, происходит. Втекание каких-то энергий, просачивание. Это ее родная вселенная? Это нет. Та, откуда она прибыла? Та, откуда она прибыла? Вот предыдущая. Именно вселенная, да. Да. Кроме вот нашей и предыдущей, она еще где-то была в каких-то вселенных? Попытки были безуспешны. Какая-то попытка была. Была, да. В нашей вселенной или в предыдущей? Предыдущий. В предыдущей куда? То есть она куда-то не получилась, а потом в нашу получилась или все-таки в нашей вселенной? Была попытка внедрения в предыдущую вселенную. На каком-то этапе они получили отпор. Они поняли, что они как чего-то не знают, какие-то недоработки есть. И какое-то время оно вот усовершенствование такое происходило. Но почему-то она больше не рискнула туда возвращаться. Она пошла сюда. Угу. Что там произошло? Что за отпор? Как энергетический щит выставили, как выдавили их оттуда. Угу. Как это происходило, выглядело? Смотри. Внедрение, как если смотреть, то вот в боковую часть, как с тыла, где не ожидают, была попытка внедрения Угу. и сверху что-то этой вселенной импульс получила и как такой энергетический щит мощного света. Он опустился, залатал эту дырку, так сказать, отверстие это, и вытолкнул это все из себя. И почему-то я вижу, что некоторые частички световые, он тоже, покинули это пространство, которое... Вот что это за частички световые, смотри. Это те, кто защищал как раз ту вселенную. Угу. И куда они пошли? Они пошли в совокупе, вот в перемешку вот с этой темнотой, которую выкинула, Угу. в каком-то таком, в такой схватке. Оно опять вернулось вот в эту вселенную. Смотри, сколько таких цветовых огоньков и где они сейчас?
Сейчас все здесь. Сколько их? Ну, примерно. Я не пойму, там как идут десятки, а потом начинают идти сотни. Но Посмотри. все начинается из одного. Так. Вот один, а потом, знаешь, как, может, родовое дерево, да, так Что рисуют. за один такой? Один, потом два, потом у два, два, потом у тех двух. В общем, вот Хорошо. так все разрастается. Ну смотри, кто вот, что за один такой непонятный, какие потом еще два. Так это ты. Дальше кто? Дальше идет команда световая по таким же энергиям. Из тех, кого ты знаешь, кто-то является одним из этих огоньков. Из тех, кого я знаю. В ком эти души? Кого ты видишь? Я не знаю, у меня тоже что-то внутри такое откликается, но вот я не могу этого понять. Почувствуй все из них и покажи им меня, вот этим людям, в которых сейчас эти души. Так, бегунечко чуть-чуть в резонанс. Чтобы мы все были в резонансе. Идет такое, как вспышка. Вспышка энергии. Оно объединение происходит. Помощь объединения. Замечательно. Перерывчик. Пусть процессы идут.